смотрю, заплю для Неста на этом, на детстве. На задней скорости, если да, стоит. Ну, сразу этот самый сделаю. Этот. Блин, сюда повешу, вот такую же, как у тебя, подвес будет сюда ставить. Она нагрузочная по способности такая у него, блин, что она там, вот хоть ты что сидишь? Ну да, здесь ломаться. Она вот раз кивнула, раз кивнулась обратно. Мало того, ее. Почему звон? А как говорит, в полете? Ну, в полете ты ее потоком так прижимаешь, у нас хрен туда ведет. А это цапку хвостовую срезала. Ну все, мы спросили. Он тебе в лицо расскажет. А че вертолет? Лёшкин? Сюда, рядом. А, понял. Ты воткнул, зажал. Срезала ведро. Он полетел еще хоть, да? Его как закрутило, вот так вот, блядь. Я пока его от машин отводил, блядь, откидывал нахуй, блядь, и это... Полиэтилен. Стиком чем, блядь. Если он не управляет, все равно что там? То он вращается, по голове-то он управлялся. Ну его и прям вот так пошел на машину, я его хуяк назад, блядь, и... Где-то батарейки сорвало со стяжек. Она схватывается, и аккумулятор... И все в разные стороны, блядь, и он так... Ложится туда. Как осенний листок, блядь. Но самое главное, что вообще все целое. А ему же Sky вообще по барабану. Запасной выход.